школу ходил. Ранее уже с кем-то общались? Здесь подождать? А? Здесь ждать? Может, записал. Автомат, механик? У вас на автомат. Хорошо. Он тут не вполне? Нет, еще. Он тут пока закончил, сейчас машина. Иди, побрежем. На автомат. Сиденье можно хотя бы регулировать. Хорошо. Регулируется и по высоте, и по вылету. Руль по высоте. Так, она, да. Боковая, да? Фиксация. А автомат у него? Шестиступенчатый, традиционный обычный автомат. Гидротрансформатор, да? Да. А 7 японский, по сути, тойотовский автомат. Тойотовский автомат. Все, поехали. Есть еще турбовая версия с 7-ступкой. Да, Гриша. Было вроде. Диана Пизрайви. Можем. Да, минут 10-15. Я вижу тут на коробке S. На спортивный режим. Ну, да, мы сейчас в драйве едем, в бортовом компьютере сверху справа, да, D3, то есть D-драйв, 3 это номер передач. Соответственно, прямо на ходу можно сделать спорт, например, да, то есть передача, оборот более высокий становится, передача более низкий, и реакция на газ, она быстрее. Это мы сейчас по маршруту попробуем, сейчас обратно его в драйв верну. И есть ручной режим переключения передач, то есть от себя и щелкнуть вперед назад. То есть это тоже доступно. И вот по коробке. А, есть двигатель 1.425, там крутящий момент 200 Нм, то есть он более тяговитый и поэкономичнее. И 7-ступенчатая коробка DSG стоит сухая.
То есть они машины уже более надежные, да? Не то, что надежность, надежность сейчас проблем с Volkswagen нет, все довели дома. Я имею в виду, я имею в виду именно по динамике. То есть машина намного динамичнее, потому что атмосферник, он же максимально крутящий момент где-то с 3,5-4 тысяч достигается. А у турбодвижка с 1,5 тысяч, то есть нажимаешь, машина сразу едет. И у атмосферника 155 ньютон-метров сейчас налево. А тут получается у нас у турбодвигателя 200 ньютон-метров. То есть как вариант, такие машины тоже есть. Они, естественно, подороже. Как вариант можно рассмотреть. На нейтраль не стоит переключать. Ну, если мы стоим не относительно недолго, в смысле, нет. А так разницы да. нету, да? Можно ехать, моргает от стороны. Ну, обычно на тесте, то, что мы ездим, то есть по маршруту, у нас нет таких светофоров, которые там по 2-3 минуты стоят. Большой надобности в этом нет. Автоторможение. На поло пока его нету здесь, да? Автоторможение в смысле АБС или про чего? Не, автоторможение на светофорах, на тормоз, который, ну, не стоит. А, автохолд имеется в виду? Да. То, что машина сама будет стоять? Да, да, да. А, на поло, это на, начиная с MQB-платформы, то есть это на Тигуан на сегодняшний день, на Вольф есть. На Джетто нету его, да? На Джетто пока нет, там хил-холд есть система, то есть она на спуске, на подъеме 3 секунды удерживает. Ну, по большому счету, на автомате эта функция, она не настолько актуальна, как если на механике, потому что не складывается, если, да? Но удобство есть, конечно, на светофоре стоишь, нога отдыхает. По мультимедийной системе сколько колонок? Есть динамика. Производитель динамиков. Volkswagen? Что от них получается? Не указывают конкретно какой-то другой бренд. Volkswagen радио и динамики. В данном случае идет опционально, но здесь спецверсия драйв у нас 6,5-дюймовая, она сенсорная, мультируль спортивный кожаный, там кнопки на руле управления сразу. Тут предусмотрены и Bluetooth, и USB, и AUX, то есть все возможности, и карты памяти. Есть AppConnect функция, то есть можно приложение сюда выносить, передавать с мобильного устройства, с телефона, навигаться, например, или по WhatsApp общаться. Его корейцы, насколько я помню.
Но по тестам, которые проводил авторевью ресурсные испытания, движок Volkswagen, он реально где-то на четверть, экономичнее получается. То есть более приближенно к реальности. Ну, это опять же от манеры езды тоже зависит. То есть трассовые показатели это получается 5,7, да? 4,5. 4,5 даже показывают. Да. Я приезжал на полный мужичок, машине год 3, наверное. Все трубовое интересовался. Ну, приехал, у него 4,2 показывал. Даже меньше, чем паспорт. Тут круиз-контроль имеется? Здесь, в этой версии, да. В драйве круиз-контроль — это спецверсия, еще раз говорю. Там включена камера заднего вида, большая магнитола, а круиз-контроль, соответственно, спортивный монтируем. Крутился мотор до 4 оборотов, и только после 4 она переключалась. Угу. Меньше она, ну, при меньших оборотах она не переключается. В на таком режиме по городу, наверное, большого смысла ездить нету. Это больше для обгонов, для более резкого ускорения. Главная дорога сейчас левый поворот. Тут имеется климат. Или... Здесь кондиционер. Только кондиционер. А с комплектацией климата они имеются у вас? Есть. Полу доступно 7 комплектаций, то есть подобрать можно. И с климатом, и с обогревом лобового стекла, чего здесь нет. С парктрониками заводскими, передними, задними. Здесь их нету, да? Да. И фара доступна, светодиодная. Опять же, ближние дали светит, никуда в огне. И двигатель какой-то атмосферник, трубовый. Трубовый 1.4, 120 лошадок. 125 лошадей. 125 лошадок. Основное его преимущество – это крутящий момент. То есть там не лошадка основное дело, а именно крутящий момент. 200 ньютон-метров с 1500 оборотов. То есть там разгон до сотни 9 секунд. Да, хороший пока. Самая быстрая машина в классе. Только рапидно может сравниться, то есть там та же самая платформа. Здесь полностью остановимся, она значит. Те же самые узлы агрегата используются. Но рапид просто по цене будет намного дороже. Да и в принципе по жесткости кузова полуседан, все-таки у него есть перемычка сзади, пожестче. На 4 150 лошадок они сейчас производятся? На Тигуанах ставится, на джетах ставился, на гольфах ставится. А в данный момент они сейчас используются 150 лошадок? Или только на Тигуанах? На полную ставится. На Тигуанах и на джетах только, да? На Тигуанах и на джетах 150 лошадок. Да. На гольф, Тигуан, джета, посадка. Здесь
здесь, опять же, исходя из массы автомобиля, для пола 200 сантиметров крутящий момент, это хороший крутящий момент. Джета сколько весит? Ну, он стартует тонны 200 с копейками, а 220 пол? С чем-то, да. Но в хорошей комплектации машина тонны 300 где-то будет. Джета? Да. Даже чуть больше, наверное. Тонны 300, тонны 350. Но это, опять же, если максимальной версии брать. Светофор налево уходить. А полы весят тонны 100. Тонны 150, опять же. Руль у нас электрический. Электромеханический? Электромеханический? Да. То есть ГУР насос имеется, да? В современных автомобилях все переходит на электроусилитель. Гидроусилитель практически нигде не остается уже. И кувыркалась кузов, то есть перед и зада практически нету, а сама клетка салона целая. Там даже интересно был такой случай, то что это уже муж рассказывал, там жена у него за рулем ехала, муж привез машину, это до нас поступил звонок, и когда оператор узнал, что Volkswagen, как уже такая более спокойно начала разговаривать, походу, может быть, там какие-то по статистике есть данные, знания, то что реально машина в плане кузова очень надежна. Можно припарковаться. Данная версия без литых дисков идет. По указанной стоимости. Ну, если, опять же, надо посмотреть, что какие опции нужны. Мы можем выбрать комплектацию Highline, например, если на автомате, либо с таким же двигателем шестиступка, либо торговой версии есть наличие. Они уже будут с литыми дисками, с климат-контролем, с обогревом лобового стекла сразу чуть. То есть более такая богатая версия. Хотелось бы ее еще джетой сравнить.
Ну, Jet она в любом случае комфортнее, едет лучше, платформа больше, подвеска задняя плюс, независимая от Jet. Jet могу предложить только одну на автомате, турбовая, 125 сил, тестовая машина. Она есть сейчас? Тестируют? Только одна машина тестовая. То есть на продажу вообще только одна машина, их нет больше. Угу. Не только у нас, насколько я знаю, вообще нет. Угу.